Всем доброе утро. Рыбачим мы на речке Ингулец, в черте города. Воду сейчас с Днепра не дают. На речке вот такая вот глубина. Вот она, сантиметров 40-50 всего лишь. Ну, я надеюсь, что карасика мы все равно поймаем. Так что смотрите. Вот и первый карасик. Наконец-то он клюнул. Вот такой. Да я поменял же крючок, а то вообще ничего не клевало. На белячок клюнул, на опарыш. Вот такой. Ну, это один раз, дыб и все. Ну, вот что это за поклёв? Клюнул. Видел? И ничего. Ничего. И ничего. Опа. Еще один карасик. Ловим мы сегодня на перловку и на опарыш. Больше ни на что не клюет. Этот поймался на опарыш.
и этот на опарыш. А перед этим клевала на перловку. Ловим мы сегодня еще на перловку 4 видов. С медом. Вот он с медом. С манкой. С чесноком. И с корицей. Ну, с корицей я уже добавил в кашу, так как на нее не клюет. Так как сегодня ловим на опарыш, то я цепляю вот так двух опарышей, а потом еще перловку так сверху, потому что по-другому никак не клюет. Вот так получается. Ну, лучше всего сегодня работает, если на другом водоеме мы ловили, работала хорошо перловка с манкой, то сейчас работает перловка с медом. Ладошечный и толстенький. Корабль целый. Опа, и отвалился. Закончилась наша рыбалка. Задачу минимум мы выполнили. Рыбки мы наловили. Несмотря на жару, начавшийся ветер, плохой клев. Клев только начался в 11 часов утра. Ну, в общем, клевало очень архиплохо. Ну, несмотря ни на что, улов все равно у нас есть. Сейчас я вам покажу. Ну, вот такие караси ловятся на нашей речке. 40 сантиметров глубина. Ну, по крайней мере, клев был плохой. Ну, кое-что мы наловили. Карасики у нас есть. На жареху будет. Ну все, на этом до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Пока.